Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем наши дикие игрища за диких орков. Усмеялся в тему, ожак, молодец. Хвалю прям. И давайте-ка включаем режим марша и вот сюда куда-нибудь. Куда-нибудь сюда. Да нет, но он тут не допрыгнет подземными путями, наверное. Скорее всего, нет. Ладно. Качи сюда. Гримгор. Вот Гримгор почти и так доходит. Но так не дойдет. Та без марша, мало ли чё. Вдруг там нежить какая прячется. Пошли, подойдем поближе. Вот это здрасте. Телея тут щемит эту нежить. Тут Клонангрунд что-то делает. Да у них тут весело, я смотрю. Ну ладно. Так, ажак на подхвате. Гримгор идет ломать. Все. И мне тут написали в комментариях. А и правда, смотрите, в железной этой скале... В железной скале есть кузница черных орков. Какая хорошая вещь была бы, если бы я ее построил заранее. Ну давайте ее построим, хоть и не заранее. Так, железная скала. Сносим заначки, будем строить кузницу. Так, денег сейчас убавится. Ну ладно. Кто не ходил? Турк не ходил. Турк красавчик. О, как он спонсирует наши армии, поселения. Вообще молодец. Столько всего навылавливал тут. Так, денег стало больше. В принципе, надо на доход. Ну блин, какой доход у орков? Какой у орков доход? Тут, в принципе, все построено, кроме последнего. Тут тоже. Здесь мы заказали стены? Заказали. Здесь не заказали. Через 9 ходов восстания. Можно успеть построить стены. А тут можно великанов начать отстраивать. Тати. Или на лачугу шамана покопить. Вот так, нормально, все. Так. Ну и все, пропускаем. Вак ко мне, два восстания, вжу в баре и в пустошах, все правильно. Неудача. Блин, надо, я не знаю, гнать героев обратно, убивать их героев. Задолбали. Опаньки. Недолго телея. Опаньки.
наглость телей была жестоко подавлена. Задор пошел куда-то на юга, и это хорошо. Надеюсь, крысы их там щемят. Эта фракция объявила вам войну. Ну не надо только моего этого плавающего догонять. Бретонцы, как всегда, без башки. Но они тут еще много с кем воюют. Зверолюди тут еще какие-то бегают. Нежить отобрала все обратно. Гринштадт заодно. Это что такое? Варги приперлись. На рудник напали. Блин, не было бы у них катапульты, было бы гораздо веселее. А так вообще черти что. Один отряд копейщиков, лорд, две кавалерии легкой и лучники. Швырялкой. Что делать, непонятно. Ну, в общем-то, они нападают. Пусть делают, что хотят. Надо подальше от швырялки встать. Просто она же медленная очень. Может, они от нее оторвутся? Пойдут в атаку без нее. Вот. Не надо ее ждать. Ну, не надо ее ждать. Давайте ее в атаку. Так. С ними делать не очень понятно. Всех выделяем вперед. Так. Ожидаемо. Awesome.
Гоблины заметались как. Запинывай его. Так, кавалерия одна точно свалила, одна не точно. Вы что там? Я тебе постреляю. Можно атаковать-то, алло? Чё непонятного? Одна кавалерия вернулась. Ну, блин, стреляете в них, деморализуйте. Нашу шмашу. Бесполезные. О! Нормально. Они отряд гоблинов расстрелять не могут. У меня в начале игры спрашивали, чё я? Куда я всех их выгнал? Они бесполезные. Орковские лучники. Догоняй, догоняй. Смерть больше дезморалит. Ух, вот твари, а. Отлично. Ну чё, с потерями, с большими, все равно зафигачили. Может, будем стрелять-то, алё? Мощнейший обстрел. 6 гоблинов расстреляли. Вот просто опаснейшие, опаснейшие ребята. Вы что перестали? Ничего, обратно развернулись. Вообще страх потеряли.
Теперь у нас, видимо, намечаются забеги по всей карте за оставшимися отрядами. О, мои еще и сливаются. Где там помощь-то? Тут они испугались вдруг. Нормально, отбились. Только что-то опыта никто не получил. Как так? Опыт получила их швырялка, которая еще и выжила. Она за 34 получила опыт, мои парни за 150, там 100. Опыта не получили. Ну и, собственно, вот тут все видно. Вот. Вот. Эффективность лучников. Лучше бы вместо этих двух у меня были два таких парня. Мы бы гораздо ловчее все зафигачили. Рудник выстоял, а сейчас он построит первый заборчик. Точнее, заборчик там не будет, но гарнизон улучшится. Обнаружена засада. Да фиг с ним. Противник погиб. О, жага вах начался. Ух ты. В баре восстание. Это должно быть забавно. Да, нежить восстала. Но она немощная совсем. Она совсем... Что, простите? Или вот здесь? Нет. Пустоши Нагаша — это провинция. Каракозул. Это как это? Вот это пустоши Нагаша? Серьезно? Мне кажется, что-то в переводе накосячили. Или в моде перевода. Какие-то пустоши Нагаша. Пустоши Нагаша вот тут. Я только заметил. Да, блин. Надо было добивать, стараться. Эту швырялку. Так. Четыре тысячи у нас есть? Есть. Строим кузницу, пригодится. Так. Хижина шамана. Мне нужен был шаман. Давайте. Так, орочий, конечно. Хитрость. Неплохо. Крутой плесун.
Сам отряд постоянно. Урон, натиск, атака. В неистовстве постоянно, короче, парень. Ну какой у него натиск, урон? Может лучше хитрость? 1100 дорого, блин. Дорого. Ну, технологии будет воровать. А то у нас там исследуются годами. Плюс 5000, нормально. Интересно посмотреть, что тут у них. Тут же этот Скавенгниль, столица скавенов. Или как он по-русски называется? Так. Во-первых, Вурзак. Да еще и с Вакхом. Да еще и с гарнизоном. Ну это какое-то избиение второклассников. Тут они так стоят, такие понурые. Я думаю, мы не будем это разыгрывать. Тут все ясно. Фига еще мне потерь понанесли. Нормально так. Лучники их почему-то. 584, 535. Нормально. И этот 518. Ладно. Противник погиб. Это хорошо. Давайте путь Вакха, что ли, себе прокачаем. Зря, что ли, мы все это качали. Пусть будет. Еще можно засаду прокачать. Устраивать дикие орковские засады. Это, кстати, было бы прикольно. Вот это вот я не понял. Что это? А, вы воюете с гномами. Че вы сюда приперлись? Давайте заодно и посмотрим, что там происходит. Они тут живут. Норска. И неплохо себя чувствуют. Все нормально. Вас только и не хватало. Так, ну блин, подземными путями мы уже не прыгнем. А надо было бы. Потопали быстро. Уже в бар обратно. Нас там ждут дела. Вак можно вперед отправить, но он там сдохнет. Пусть со мной лучше таскается. Так, денег навалом, давайте... Подкрепление придержим, я хотел сказать. Но у нас такие отличные герои. Оба неудачи. Красавчики, слушайте. Вот вы молодцы-то какие. Ладно. Так, подземные пути и в гости. В гости к нежити. Вурзага почему-то лучше Вакх, чем у Вурзага. Вот как так?
У него 20 отрядов, а не 16 там или 17. И кавалерии побольше. Ну ладно. Таскайся с нами. Не допрыгиваем подземными путями. Идем так, сюда подойдем. Этот нанял себе ребят. Вот им можно подавлять восстание, в принципе. Но не гнать же его сюда. Или сюда, или сюда. Так, кто еще не ходил? Все, только он и не ходил. Мне бы этих ребят для Вурзага. С другой стороны, у нас уже три армии туда ушли из четырех. Еще и тебя туда отправлять, что ли? Давай ты поохраняешь пока наши территории, Бараквар, все прочее. Пока подстраиваем все. Стены здесь, деньги здесь и ну и заначки. Так. Ну и все, деньги кончились. Вот я вам говорю, мы любое количество денег тратим. Просто в легкую. Так, все. Давайте смотреть, что будут делать вампиры. Это на Жувбар напали. Но они нас вынесут стражами могил со стен просто в легкую. Мы даже ничего им башнями не настреляем толком. Не будем терять время. На автобое наубивали столько, сколько не убили бы ни в жизнь. 184 дали лучникам. Правда, кого непонятно, зомбей не стреляли. Кстати, да, в Дракенгофе золото, вон я вижу. Конечно, мы его оккупируем. Золотишко мы любим, хоть мы и не гномы.
Опа, опа. Опять их толпа тут. Я думал, они на юг идут воевать с крысами, но что-то они не уходят. Ни с крысами, ни с нежитью. Опа, здрасте. Ну не трожь, этот гарнизон столько отбивался. Блин, вот поплыл разведать. Сразу нашел врагов. Так они меня не знали, и никто мне войну не объявлял. Тогда не защищаем никакой Бараквар, бежим на юга срочно. Твоей армией. Подсобной. Совершен ритуал пробуждения. Да и фиг бы с ними. О. Ну, скоро избыток как раз нормально. Денег нет вообще что-то. Как так получилось? Так, можно, кстати, морем поплыть. Но как бы он нас не перехватил в этих плаваниях. Качи сюда. Будешь отбиваться, если что. Опять тебе наняли такую же армию, какая и была. Только у тебя был еще дикого орка один отряд. Больше диких орков. Шаман. Куда там нужен был шаман? Ажагу. Блин. Ажага полная армия. Че мне теперь? Вот этих надо выгнать будет. Потом нанять. You dishonor me. Кавалерия, трибушеты, все как любят. Ready for bossing. Людишки. Going. Миральяна. В гарнизоне 5 мортир, да. Раньше было 4, теперь еще вообще 5. Штурмовать это я не знаю, кем надо быть, самоубийцей. Скверно Скавен Тилейский? Что? Стопроцентная скверна Скавенов. Минус порядок. Но он телейский. Нормально. Захватили, так еще кабак там влепили. Телейцы вообще без башки. Я что-то не хочу с ними связываться. Они больные. Что же, пора Гримгору немножко пошалить. Так, ну я думаю, тут автобой пошалит без нас. Разграбить и занять. Что нам еще делать?
третьего уровня, при том, что мы его разграбили. Ничего себе. Пусть цена ремонта, алло. Это сносим. Это пока не сносим, но и ремонтировать за 1000 что-то как-то не хочется. Давайте строить стену. Ну а там снизу пока деньги и порядок будут. А как не нужен будет порядок, пусть что-нибудь другое построит. Хорошо. Дубовый молот, подождите. А не дубовый щит это поселение было? На марше мы добегаем дальше. Восстановим потери как раз. Так. Бак ко мне тут. Пошли дальше, посмотрим. Тут, кстати, тоже золото. Варги со мной лучше не ссориться, а то я приду за вашим золотом. Так, Ажак. Ажак прыгает подземными путями, идет в гости. Со своим баком. Прижимаем эту нежить, выдавливаем как из тюбика зубную пасту. Так, деньги, кстати, появились. Деньги появились. Надо бараквару улучшать. Да, я думаю, да. И строить там на порядок хижину шамана там. Так, шаман Морглум. Ну пошли, за Ажагом побежишь. Ты вообще нормальный? Вот этот опасный, надо его тормозить. Отлично. Гномов тут нормально. Только гарнизон не отстроен. Этой армии вполне можно было бы вот этих разогнать. Ну да не мое это дело. Конец-то. Все, денег нет, ничего нет, все ходили. Так, пропускаем. Ты уже забодал.
18 уровня он, офигеть. Так, на защиту дубового молота прибежали. А на защиту жуфбара не успели. Кто-то вам попортил припасы. Ну, покажите мне хоть что-нибудь, что мы смотрим на этот Мирмиденс. О. Гномы что-то разбегались. Опаньки, а чё ты, восстание испугался, что ли? Приплыл такой наглый и струсил. О, Гёссер все не угомонится. О, запинал зверомордых, молодец. Расстрелял, если посмотреть на его армию. Там вообще какая-то жесть. То страшно. А тут проход есть, господи, я думал, Сквернаскави нагорожен, что туда не пролезть. Никак. А он, оказывается, не огорожен даже. Или туда с севера не пролезть. А с юга нормально. Ну, куда вы лезете? Пехоты решили, что им не хватало, надо побольше взять. Только теперь у меня пехоты побольше. И не только пехоты. Блин, конных лучников взяли еще, их замучишься догонять. И не замучишься, их в принципе не догонишь. В принципе, можно прям в лоб так атаковать. Стоим неплохо. Кавалерия на флангах. Я разве что лучников бы чуть подальше вперед поставил. Чтоб швырялка по всем сразу не швырялась. Они идут вперед, мы идем вперед. Почему бы и нет? Далеко пошли вперед. Вот сволота. По кавалерии мои фигачат. Далеко собрались там. Можно их перехватить? Так, отлично, отлично. Все, оставляем пехоте этих лучников. Фига, у них там маг. Так,
еще и колдовать научился с прошлого раза. Так, швырялку добить обязательно, всех до единого. Лучников тоже, не люблю я их. А вот этих вообще ненавижу. Поэтому догнать, расстрелять. Так, ну пешком вы гоблинов вряд ли догоните, но с другой стороны все может быть. Фига, тварь какая. Научился там что-то шаманить. Теперь фигачит. Можно ему бошку оторвать? Так, чтоб пооперативнее-то. Да ладно, неужели победа? Как же так? Так, нормально. Гоблин такого явно не ожидал. Подставы. Что у нас гарнизон удвоится. За то время, пока его не было. Че, лорда грохнули? А то он себе уровень поднял, что ли? Или где он там? Научился кастовать. О, хоть одна... Одна лычка опыта. Грызь. Грызь получил немножко опыта. Молодец. Отбил поселение от мерзких гоблинов. Красавчик. Их сожрать, наверное. Или казну пополнить нашу бедную. Давайте казну. Так, скверну нам за 3000 приносят. Да не, мы сейчас награбим без тебя. Обойдемся без скверны. Пришли ревущие... Вот только что погранцы грохнули. Одних зверолюдов тут же отреспились вторые, прям тут же. Морская душа, турк. Хорошо. Это хорошо. Снос завершен. Так, жубар это у нас. В смысле, какой жубар? Рагдрамар. Деньги? Пиво, раз не умеешь. Тогда деньги делай. Ремонт все такой же дорогой, что-то. Так, пошли сразу поплаваем, может деньжатами разживемся. Железо для Бретонии и имперских королевств. Ну да, имперских, все правильно. Каких королевств только? Для империи и бретонских королевств. Что я говорю? Кстати, было бы интересно, наверное, за империю позахватывать все эти земли Бретонии
южных королевств. Хотя больше нет стратегических мест. Только если Бретонию всю покорять за империю. Во, кстати, что-то лежит. Значит, нам сюда. Так, я вот думал, успею я тут построить или не успею. Оградку. Так, здесь денег нет пока. Пещера троллей зато уже есть. Но троллей мало, нам великаны нужны. Это дорого. Этот парень пошел сюда. Бретонцы обратно уплыли. Хамы-то эти. Что-то ребята ко мне враждебные. Ущелье дохлая пасть, кстати, гнома отбили у крыс. А дальше тут тоже крысы явно. О! О! Эти... Как их? Ящерицы запинали там всю нежить. Воюют они только со мной да нежитью. А с этими они в союзе? Нифига себе. Каракозулом. Я надеялся, они с гномами повоюют. Они аж в союзе. Это неожиданно. Там, наверное, 5 копейщики, так что эти ребята отобьются и без тебя. Если никто больше не приедет. Еще немного, у тебя будет полноценная армия. Итак. Давайте тут постоим, наймем ему 4-го здоровяка. Я все-таки люблю четное количество. Удобнее пользоваться. Разделил пополам одних на один фланг, другой на другой. Хотя по идее. И вообще у военных так распространено все на три делить. Не левый и правый фланг, а центр и два фланга. Так что по три, может быть, стоило бы и поучиться использовать. Так, а без марша мы не доходим. Обидно. Вот этого бы тормознуть тут. Ага. Были бы деньги. Сразу бы и тормознули. Ажак тоже вообще никуда не доходит. По земле, если... Если у нас не будет денег на агентов, они на меня нападут всем скопом. 3, а то и 4 армии на одну мою какую-нибудь. Мне это не надо. Где я что-то строил? Что я строил на этом ходу? Вот что я строил. Больше ничего. Больше, видимо, ничего. Тогда подожди, отмена. Успех. Отлично. Этот, в принципе,
даже на подмогу не успевает этим ходом, а может успеть следующим. Он тут варгульфов понанимал уже. А в принципе мой этот герой до других не доходит, так что давай тормози этого. Ну ты вообще 30 уровень, а толку? А толку очень мало. Так, где тут мой? У меня, кстати, вообще замечательнейшие отношения. А, они тоже с графством вампиров воюют. С варгами. Весь Кислив заселен, походу, кислевитами. Ой, кислевитами. Господи, что я несу? Норской. Мы только варгов знаем, и у них 22 поселения. Да, и вот весь Кислив, почти весь их. 11-я сила армия. У меня 5-я уже. Бастион 8-я. Графство вампиров 3-я. Понанимали войска и обогнали меня. Ну ничего, когда я вас раздавлю... У этих 6-я тоже немало. Ну да ладно, они очень правильно воюют тут. Пока они здесь развлекаются, они не лезут ко мне. Ладно. Гримгор, надо тебя бросать в атаку. В принципе, этого мы тормознули. Так что на Ажага наедет только если Кемлер вот с этим. Да и то этот вряд ли. А тут горы очень недалеко ходят все. Этот вряд ли вылезет прям напасть на Ажага, тем более, что с ним будет его Вак. А мы тогда займем позицию где-нибудь тут. Так, можно пешочком дойти, можно подземными путями. У них там скверно, ну нафиг, давай подземными путями. Так. Ну что ж, давайте пропустим ход и посмотрим, что предпримут вампиры. Так, вакхи прикрыли. Как-то не уверенно. Вампиры испугались. Да, они хотят мира за 1000 голды. Вы что, смеетесь? Всего 1000 голды. Нет, конечно же. Конечно же, нет. У вас в Дракенгофе 60 тысяч. Блин, он на лаках напал, который до меня не добежал, до Ажага. Вот гад. Теперь, значит, с подкрепленницем напал на Ажага. Ну вот,
и устроим месилово подземное. Блин, правда, у нас кавалерия, которая должна в тыл заходить, а мы под землей. Ну ладно. Посмотрим, как пойдет. Оставайтесь с нами и увидите мегазамес на подземных путях. Хотя, может, отступить? И тогда у нас не догонит, по идее. Ну, посмотрим, подумаем. Вообще, конечно, отступать и орки — это какие-то разные понятия, несовместимые. Но все равно. А Жак же умный. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. Всем пока.